Лыжная акробатика считается одним из самых опасных видов спорта. Это не только головокружительные сальто и двойные вращения, но и непередаваемое чувство невесомости. За это и любит фристайл наша землячка, участница Олимпийских игр в Южной Корее Кристина Спиридонова. Досадное падение в финале не позволило Кристине побороться за медали. Мы встретились с Кристиной в школе Олимпийского резерва. Эта милая и улыбчивая девушка вернулась в Уфу совсем недавно. В родном городе Кристина не была уже 2 месяца. Первым делом я, наверное, увиделась со всеми родными, которые как раз приехали встретить меня в аэропорт, и выспалась за все эти дни, потому что в Корее как-то после выступления не особо это удавалось. После выступления в Пхенчхане она сразу летела в Белоруссию на чемпионат мира среди юниоров. Там уфимская спортсменка заняла 4-е место. Знаю, над чем работать. Это стабильность, это напрыгивать большее количество, опыт набирать, ну и работать над волнением. На Олимпиаде Кристина не почувствовала негативного отношения со стороны спортсменов из других стран. К нам, в нашем спортивном кругу, было ровно такое же отношение. Ну, разве что, может, следили немного, чтобы мы нигде флаги не доставали, еще что-то. А так, в целом, различий не было. Свой короткий отдых Кристина проведет в Уфе с родными и друзьями. Потом ее опять ждут тренировки, сборы, еще раз тренировки. Юная фристайлистка готовится штурмовать новые снежные склоны. Впереди у нее чемпионат России, который пройдет в конце марта в Красноярском крае. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.